Абсолютно здрасте всем, рад всех приветствовать в своем канале. Продолжаем прохождение порабощения Одиссея на восток. Или Slavit Odyssey to the West. Ну, как обычно, трип нас ждет. Что-то она раскорачивалась, правда, пригнулась зачем-то. Тут вроде как безопасно. Хороший ракурс, да? Тут, наверное, декольте-то так это просматривает. Боеца полигональная. Так, ой, блин, я не хочу спрыгивать на самом деле. Я что-то как-то очково. А если этот гаденыш вылезет? Я имею в виду пса, мы не забыли, он в предыдущей серии нас преследовал. И мне кажется, здесь это все не закончится так просто. Наверняка он продолжит нас преследовать и здесь. Не, Бабенцу прям не понравилось здесь. Вот классная героиня, да, прям вообще люкс. Так, а слушай, а мне надо их обезвредить, да, я так понял? А что это значит, вот, восклицательный знак? Что это значит? Какой-то основной? Этих много, но если я с ними в бой просто ввяжусь, я могу их, наверное, и перебить, но... Ой, пойду шарики подберу. А там еще шарик вижу. Просветило сейчас немножечко. Да, смотри, куда спрятали. За самые дальние ряды. Так, и что же мне делать с ними? Пока не, ума не приложу. По одному их не выцепишь. Они, наверное, будут пеленговать, когда я на одного нападу. Ну ладно, пойдемте, чё. Так, ну все сработали, чё поделать. Ой, блин, чё-то прям не очень хорошее сейчас место. А, вот он сильный-то, блядь. Тихо, это, подожди, я сильным займусь. Вот, ну не сильным, а... Вот. Да пусть вызывают, справимся. Да не, в принципе, я его убью до подмоги. Не страшные ребята были. Очень даже спокойные я с ними. Ну, конечно, спокойно, на легком уровне, опять же. О, подожди, давай прокачаемся. У меня очень много уже очков. 163 тысячи. Ну, да давно пора. И я, знаете что, я, наверное, все-таки по большей части здоровья и щит хочу. Правда, бой тут что-то еще дает нам. Улучшение отбрасывающей атаки. Что это такое? Блин, мышка наводится очень странно. Она не на объекте наводится, а где-то за пределами объекта, чуть-чуть сверху. Как-то да, непонятно. Увеличение дистанции, на которую оттолкнет противника отбрасывающей атакой. Это зажатый... Нет, это, наверное, совместная комбинация удара и пробела. Улучшение оглушающей атаки. Улучшение расхода электричества для оглушающей атаки оказывает воздействие на большее число противников. Я без понятия. Блин, я же не пользуюсь этой нихера штукой. Это светится после нанесения множественных непрерывных атак. А что это такое Y-бета? Y плюс B, вот и думай, что это такое. Я без понятия, опять же, что такое Y плюс B. Блин, половина фишек так и не воспользуешься. Мощная контратака может изменить исход любой битвы. Контратака. А как контратакой пользоваться? Ой, блин, атака с уклонением. Уклонитесь за спину противника, затем атакуйте. Ха. Это вот, наверное, просто без комбинации клавиш. Боевые статусы противника отображаются на индикаторе марки. 5000 всего стоит. Давайте эту информацию прокачаем. Или она у меня... Нет, она у меня не прокачана была. А это 50 тысяч атака с уклонением. Контратака 45. Контратака, я без понятия, как он будет работать. Ну-ка, покажи. А ты не показываешь, да? Это под свой страх и риск раскачивать. Я не знаю, как этим пользоваться. Вот в этом-то вся фишка, вся проблема моя. Я не знаю. Так, увеличение дистанции, которая-то... Так, ладно, давайте назад вернемся. Я все-таки щит прокачаю. Щит и меч. Меча нет, придется просто щит. Ну вот почему не нажимаешь-то? Интер надо нажать, чтобы выбрать. Клавиша мыши не срабатывает. Хорошо. Так, уменьшение времени подзарядки щита. Это пауза до подзарядки или это просто скорость подзарядки? Вот и думай, блин. Вот и думай теперь. Увеличение количества попаданий, которое может выдержать щит манки. Вот это хорошая тема. Блин, я щит, наверное, сейчас до конца прокачаю. Подожди-ка, надо узнать, что вот это еще. Видите, сверху курсор. Блин, хер знает, какой позиции он ловится. А, уже снизу.
Так, замрите. Увеличение количества блокирующих манки ударов, донесение ему урона. Блокируем манки ударов. Блин, а что значит блокируем их ударов? Это мне надо щит держать вот этот вот, что ли, шифтом? Так, ладно, силу щита мне больше всего нравится. Давайте здоровье тогда прокачаем. Пока непонятно. Будем прокачивать непонятные вещи тогда, когда у меня будет много очков опыта. Здоровье манки всегда будет восстанавливаться до конца. Ой, это здорово. Давайте вот это прям по-любому. Это надо. А это много очков опыта у меня забрало-то, оказывается. Увеличение полного здоровья манки. Так, ладно, ясно. Со здоровьем надо будет прокачивать, но сейчас уже я все потратил, у меня больше нет. 20 тысяч меня не наберешь, у меня 18, все, хорош. Берем аккумулятор. Все, мне... А здоровье-то увеличивается? Честно говоря, я не понимаю, оно увеличивается или не... По-моему, увеличивается. Медленно очень. Если увеличится, то очень медленно. Я даже не замечаю. Так, ребят, пока непонятно, вроде увеличивается, просто медленно. Не буду тратить аптечку вот эту, она может мне пригодиться. Давай, где... а подожди, я к сцене сбегаю, там наверняка что-то есть. Там шарики наверняка есть. И мне как раз хватит сейчас на что-нибудь еще, на 20 тысяч, там что-то было. Максимальное здоровье поднять, да. Да, здоровье увеличивается, просто медленно. Пока бегаешь, оно потихонечку устанавливается. Это плюс. Если аптечек нет, выручать будет. Так, где ты? Ага, вижу тебя. Поехали. Тебя надо подкинуть сюда, что ли? А, с тобой прям залезть. Ну да. На такие высоты ты вроде можешь и с ней прям. Все, породнился с девчонкой. Таскает уже как свою. Так, подожди, где-то шарик видел. Хорошо. Подбрось меня. Сейчас, подожди, шарик подберу сначала, потом подброшу. Лети! Так, на такую высоту я уже самостоятельно-то не заберусь, только подбрасывать могу ее. Так, что-то там включить собралось, да? Давай. Не сорвись там, на тебя родина смотрит. Какое-то управление. Да. Да, аккумулятор здесь. Только мне... Только тебе только что-то надо... нужно его как-то отсоединить. Ну вот, началось. Ой, а там еще одна какая-то... Опять эти... видения. Ты что-то сказал? На, ничего. Сейчас кое-что проверю. Ладно. Хорошо, думаю, справлюсь. Вы посмотрите, насколько у меня... Аккумулятор защищен электронным замком. Так... Чтобы его взломать, мне придется... Так, я ее слушаю. Систему. Это займет пару минут. Надеюсь, у нас есть эти пару минут. Ну, пока да, вроде бы пса-то нет. Мне придется к видению, наверное, подойти. И опять же вызвать срабатывание скрипта. Ай, блядь, этот пес меня пугает. О, может тут что-то сделать надо, смотрите. Может я ей помогу как-нибудь? Нет, пока ничего. Это, слушайте, здесь надо прыгать, однозначно будет. Для чего, пока не ясно, но однозначно что-то делать будем. Не просто так мне это сунули сюда, эту платформу. Так, мне отсюда можно спрыгнуть сразу? Нет, надо пониже. Надо, точнее, повыше. Платформу, да, вот сюда надо можешь. И пойдем видение трогать. Не пару минут, а до срабатывания скрипта однозначно. Так что туда надо идти. Блин, а почему он медленно бегать начал? Видно ожидание. Как раз добегаешь пару минут, видать. Ну все, дотрагивайся до этой рожицы белой. Что там дальше-то будет? Опять фотка какая-нибудь сейчас пропечатается в мозгах. И пес сейчас выбежит. Ну по-любому пес будет сейчас. Ну точно будет. Ну это факт. Блять, почему-то я очень уверен в этом. Если чувствуешь что-то не то, ну и рожа у тебя Шарапов была когда-то. Здесь в игре она у тебя получше почему-то. Черт. Да, я про то... Где ты? Заткнись нахрен. По-моему, один из них внутри. Кто один? О боже, что же
мне делать? Что же мне делать? Тихо, не паникуй. Я сука, концерт бесплатно. А прожектор следит. Не подключай! Выключи! Ёпаш мать! Какого хрена ты творишь? Да она, наверное, да она же не специально, я думаю. А, голограмма. Случайно включила. Слушай, может он на голограмм будет? Люкс, обманка. Обманка сработала. Не, ну он и на него агрится, смотри-ка. Ёх, какие зубы-то, ёпа-мать. Пилы. Резцы. Наверное, из легированной стали. Из инструментальной легированной стали. Ё-моё, это опасно. Пережуёт. Пережуёт. Зуб даю, пережуёт. Его зуб даю. Манки, у меня есть идея. У меня нету. Наверху висит платформа. Я могу её сбросить и поймать пса. Проклятие. Не работает. А, ну как обычно. Я как не сомневался. Придется самому ее сбросить. И как мне это сделать? Да хрен его знает, да. А, ну туда залезать. Если выстрелишь в ряд весь свет, то сможешь по нему добраться. Куда выстрелить? В ряд чего? Ладно, бежим. Нам у нас тут вариантов особо много-то нет. Главное, чтобы ничего подо мной не обрушилось. Надеюсь, все крепкое. А чё за мной следит прожектор-то, вы объясните? Зачем? Я ж тут не главный герой в этом театре. Прикиньте, театр функционирует, тут все разрушено, он функционирует, подожди, голограммы какие-то пока. Лады. Видишь рычаги? Да, я там был. Они управляют светом. Ага. Их всего три. Если ты сравняешь их с уровнем платформы, то сможешь к ней подобраться. Так, подожди-ка, не понял, а сравняешь... А, понял, теперь понял. Ну, да, не сразу доходит, я же говорил. В последнее время не сразу, надо подумать. Зато плавно мыслить очень полезно. Ничего не упустишь, никакую деталь. Я не тормоз, я плавно мыслю, вот что я хотел сказать. Есть! Но третий прибор до сих пор внизу. Да подожди, ты ж прыгал только что. Вот. Ты должен поднять все три. Да я понял, ну сейчас же, подожди. Сейчас через эту платформу заберемся на остальные. Почему этот дурацкий совет меня преследует? Я не знаю. А? Это часть развлекательной программы. Да, я главный... Главный в этом развлечении, да? В этом шоу. Часть развлекательной программы. Вот развлекаемся, так развлекаемся. Да, вот, все, я подошел. Отлично. А только. Ты сможешь добраться? Не знаю, я вообще не понял, зачем она вниз. Вроде вверх должна была подняться. Куда добра. Так, ну ладно, давайте пока так. Ну, судя по всему, мне надо вот туда, наверное, да? Да, наверное, туда и надо. Ой, он прыгает! А я не могу туда прыгнуть. Чувак, ты не достанешь меня? Пытается прыгнуть, по-моему. Это стрёмно. Вот. Вот так вот. Опа, она выше поднялась. Почти все сделал. Да, ну как забраться теперь на верхнюю эту платформу? Что-то не понял. А, вот так и забраться, да. Подожди-ка. Еще надо, что ли, одну опустить? Вот эту? А, поднять обратно ее. Что-то не врубаюсь. Нет, надо ее поднять. Дожди, мне и ту третью надо поднять. А, я понял. Сейчас лезем туда. Опустили для того, чтобы добраться до третьего рычага. Сейчас мы его обратно поднимаем, потому что третий рычаг мы включили. Все. Ну да, сразу так и не врубишься. Все, нормально, сейчас все будет. Секрет разгадан. Финалочка недалеко. Ну, в смысле, финалочка здесь. Во! Все а три. Да, я вижу. Ты можешь добраться до платформы. Так, мне надо туда теперь, наверное, бежать. Давай, давай, вот так вот. Опа, молодец.
Ну камеру не вертите, ж неудобно. Ну непонятно, как куда прыгаю. О, видите, вот камера развернулась сама в ответственный момент. Все, теперь я сейчас по ним попрыгаю. А знаете, что будет? Скорее всего, все свалится. О, обезьяна, а, вот это макака я. Только... Ой-ой-ой. За корень жизни уцепился. Слушай, как эта клетка его вообще могла удержать? Ее только придавить можно было вот так вот. Но мы его умертвили вроде, да? А, живой. По крайней мере, у нас аккумулятор. А для чего он нужен Уходим, тебе? Пока он не выбрался. Эй, стой, стой. Просканируй его. С ума сошел? Просканировать пса? Он даже не сдох. Я в тебя Доверься верю. Мне. О, видишь? Придется, видимо. Слабые места выявлять? А, все. Он выбрался, что ли? Пошли. Ну теперь поцелуйтесь, видите, как получилось. Вот, смотри, чувак засмотрелся на нее. Все, влюбился, короче. Понятно, любовь до гроба. Точно снимай диадему, никуда не денется. Так, ну... Погружаемся. Место крушения, глава 5. Сейчас испытаем и 5 главу. Ух, какие открытые просторы-то нас тут ждут. Если, конечно, мы тут... Вон там. Сможем куда-то перемещаться. А, почти смотри, как, какие-то чекпоинты там или что-то такое за Сначала нам нужно перейти мост. Световые точки какие-то. На воде причем они находятся. Идем. А, знаешь что, а сколько у меня опыта? Давай посмотрим. Стой, 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 подожди, трип. Да ну, убежала. Ну ладно, сейчас. Подожди, шарики-то я все подобрал там сзади. Кстати, я назад-то не ломанулся, а надо проверять. Ой, ой, я же говорю, о чем я и говорил. Может, даже еще где-нибудь заныканные остались, которые я не увидел. Подожди, вон вижу шарик. А, так, ну, походка неспешная пошла. Я знаю, как нам перебраться. Здесь мое облако действует. Облако? Что это? Это облако. Да? Это не похоже. Ну ни хрена ты технологичный парень. Только самую малость. Я сейчас буду. Как оно работает? Без понятия. Я только знаю, что в одних местах работает, а в других нет. Опа! Скорее всего, вследствие резонирования с импульсами электромагнитных полей высокой концентрации. Как и сказал, в одних местах работает, а в других нет. Можно на нем прокатиться? Йоу, подожди, я сам никак не прокачусь. Мне надо потренироваться, я что-то не понимаю. А куда мне надо? А куда я вообще могу? Я могу везде, да? Я, говорит, так и сказал, в одних местах работает, в других нет. В резонирующих полях. Манки, у меня идея. О, прыгаем. Какая идея-то? Говори, делись. А. Я понял. В, да. Буква В выключает облако. Подожди, я к тебе пришел. Смотри, круг дел. Круголяк навернул зачем-то. Подожди, мне туда надо перепрыгнуть, да? Я не так хотел это сделать, ну ладно, сейчас мы... Ой, тихо, зашибу. Долетел. Я сейчас все шарики-то соберу. А, так оно запрыгивает вообще высоко. Тут вообще бояться-то нечего. Только... Что делать-то? Давайте поплаваем, посмотрим, что еще можно тут сделать. Ох, тихо, шары. Шарики собрать, я понял. Ай, ты свалился. Один шарик-то пропустили. Ладно, мы сейчас еще раз попробуем. Я пока потренируюсь. Да не один, два. Блин, да что ж такое-то? А не так просто им управлять, как кажется, на первый взгляд, на самом деле. Ага, есть шарик. У него большой радиус поворота, и поэтому его иногда сносит в сторону. О, здесь надо прыгать по-любому. Ускорение.
Вот вижу шарик. Есть шарик. Есть шарик. Он еще два. Так, давайте аккуратненько. Опа. Блин, да что ж ты был. А зато еще тут шарик увидел. Так, шарик. Шарик. И еще шарики. Это один пропустил. Так, 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 то слетел. О, еще один шарик. Так, о, как высоко прыгает. Ох, как хорошо прыгает. Так, молодец. Так, ладно, не будем ускорять. Это эти синенькие сферы, они меня ускоряют. Это понятно. Остается в нужный момент их использовать. Так, вот тут шарик пропущен был. Вот сюда можешь? Можешь. Можешь, нужишь. Вот еще один. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. О, еще один. Их так сразу-то и не видно. Вот в чем прикол-то. Блин, только они везде тут разбросаны. Надо везде плавать. Да что я его не могу забрать? Смотри. Забрал, 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 забрал. Я еще, по-моему, для посоха заряд забрал. Так. Чего-то мы увидели непонятно зачем. Ух ты, а вдаль могу сплавать? Тихо, 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 понял, 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 возвращаюсь. Чуть не пришибли. Да, блин, да понял, 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 опять возвращаюсь. Да, диадема тут злую шутку со мной играет. Трип, пора снимать, я тебе точно говорю, пора снимать ее. Я не могу даже отплыть никуда за шариками за этими. Так, сюда тоже нельзя. Так, ну зато получается, что почти что с открытым миром РПГ. РПГ, потому что прокачка тут имеется. Так, ладно, нам... Сейчас я попытаюсь туда, куда надо слетать. А куда надо, я пока не врубаюсь вообще, если честно. Так, вот. А нет. Туда, наверное, мне не надо. Дай сюда попробую. Не пойму, зачем я тут был. Ну, зачем-то, наверное, был. Трип, реально, а что делать-то? Ты же умная, подсказать должна мне, наверное. Что мы должны включить-то? Напомни. Я пока увлекался тут своим плаванием, я забыл, что нам надо. Охренеть, он перескакивает. Облако прикольное, да. Так, ладно, давайте попробуем тут вот. Мне кажется, отсюда надо что-то делать. Да, прыгнуть для начала надо было, я понял. Поздновато. Так, тогда вот здесь. Давай. И сюда. Так, чё, дай, ну-ка спустись-ка, подожди, С. А, В, не С, В. Нет, сюда он не залезает почему-то. Хотя тут, казалось бы, шагнуть можно было. Он залезает на такие высоты, а тут не справился. Трип, объясни, что делать, я не понимаю. Так, ладно, давайте следить, как она должна пройти. Ей надо как-то обеспечить путь. Давайте думать, как ей обеспечить. А можешь ты зацепиться, и мы вместе пролетим, а? Я могу тебя взять? Погоди-ка, а может могу? Я сейчас ее возьму и на облако сяду. Ну-ка, пойдем-ка. Не, ну тут не надо, давай, вот так. Не, с ней я не могу на облако сесть, придется ее сбросить пока временно. Так, тогда вот там остается запрыгивать. А где, здесь? Не, тормозит сам. Хорошо. Не дают далеко уйти. Уже замечательно. Так, вот сюда. Вот сюда. Так, вот здесь сбрасывай облако. Сейчас будем разбираться, что тут делать. Так, а где она стоит-то? Она где-то там должна стоять. Так, подожди, что делать-то вообще, а? Вообще не врубаюсь. Ну-ка вниз. Так, подожди-ка, не понял.
Что сделать-то надо? Как, чтоб ты прошла-то? Цель задачи какая, а? Кто-нибудь скажет? Я не понимаю, блин. А где она стоит-то? Я же потерял ее даже. Я ее не вижу. Так, Трип, я вообще что-то, я потерялся. Помогай давай. Я реально, я заблудился. Я тебя даже не вижу. Запрыгнешь? Да похер, конечно, запрыгнешь. Да что делать-то, подскажите мне. Я не понимаю, что делать. Вагон надо опрокинуть, вот этот вот, я понял. Все, я сейчас его как-то должен опрокинуть туда вниз. Как-то сбить. Она по нему пробежит. Это видно. Это должно как-то сработать, как, не знаю. Так он не толкается. Ну, значит, ты должен его как-то толкнуть. Ты же силач, давай. Что-то не похоже, что ты можешь его сдвинуть. Ха. Стрелять почему-то надо, я вспомнил. Ты же говорил, стрелять надо почему-то, да? Так, подожди. По подпоркам каким-то стрелять. По каким подпоркам, непонятно. Ладно, давай стрельнем, посмотрим. Я просто попробую стрельнуть куда-нибудь сюда. Это не работает. Я хочу тебе сказать, что это не работает. Блин, господи, почему я прослушал, что нужно делать? Ой, я там шариков кучу вижу, туда надо ехать. Тихо, 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 опа! Ну ты раскрутился, однако. Да подожди ты так прыгать-то, я ж не успеваю за тобой. Может, по трубе надо забраться? Это будет верх пилотажа, если я по трубе заберусь. Нет, по трубе не надо забираться, не дает. Мне показывают туда, ну давайте туда. Так, ну без нее-то я туда не пройду, наверное. Здесь ничего. Вот эту часть, наверное, придется поднимать, когда я ее донесу, когда она до сюда дойдет. Ну а как это сделать, я ума не привожу пока. Да блин, ну что за головоломка-то тупорывая такая? Ну, давайте объясняйте мне, я ничего не понимаю. Вагон не обрушивается, это не обрушивается. Как это? Как это работает? Не, ну однозначно надо как-то этот вагон опрокидывать. Ну я вообще не понимаю как. А, middle... О, господи. Ой, да, я тупой. Middle кнопочку, оказывается, надо было нажать, чтобы активировалось вот это вот дело толкать. Ну, ладно. Ну, вот видишь? Конечно. Да, конечно, справится. Там недалеко. Недалеко. Всегда так прыгало. Нормально. У тебя все получится. Я верю в тебя. Ладно, с одним разобрались. Теперь я понял, надо кнопочку жать. Джойстик был бы, там бы хоть подсветили что-то вразумительное, а здесь вообще непонятно. Так, ну здесь ясно все. Да, вот сюда. И опять надо будет сбрасывать. Так.
Опять мидл. Давай без меня, просто сбрасывай и все. И так понятно, что я жать надо, давай. Уйди с дороги! Хорошо, хорошо! И где ты тут дорогу нашел, чувак? Дорога так дорога. Всем дорогам дорога, обосраться просто. Так, в какую сторону бежим-то? Я сейчас... В какую сторону я забыл? Так, ладно, вижу. Ты где вообще? А, вижу тебя. Здесь ты сама, да? Отлично. Так, ну все, можно снимать это облако. Ой, я еще один шарик чуть не пропустил. Наверняка я пропустил не один. Все их так просто и не заметишь. Но... Так, подожди, теперь надо прокачаться, наверное. 40. Да, щит мне понравился. Щита прям дофига добавилось. Я хочу еще щита. А, нет, я хочу, знаете что? Я хочу, чтобы здоровье быстрее прибавлялось. Вот это сколько стоит? Восстановление здоровья. Ну подсветить, сколько опыта? 72. Не. Это для. Это пока не по силам. Увеличение полного здоровья, я тоже не знаю, надо ли пока сейчас. Давайте щит. Щит. Если возможность прокачать щит будет, то я его прокачаю. Ну почему ты не хочешь? То вот так что ли? Да. Опять здоровье. Блять, не выберешь ни хрена. О, блядь. Как так работает? Ладно. Так я щит до конца прокачал. Уменьшение времени подзарядки щита. Но это, мне кажется, не сильно важно. Увеличение количества блокировок. Тогда здоровье. Тогда здоровье. Пока там со щитом оставим все как есть. Вот это вот прокачай. А следующее сколько стоит? 32. Ну, в любом случае, ни на то, ни на другое. Хотя, если у меня рукопашный бой что-то там хватит, я, наверное, прокачаю рукопашный бой. Зачем, не знаю, но попробую. Нет, у меня не хватает и тут ничего. Все. Копим. Чего? Что за голос там был сейчас? Ну чё, идем, вроде все закончилось у нас с тобой. Что это за штуковина? Просто древняя примитивная технология. Какая? Дверь? Это дверь, чувак. Ты не знал? Ты вроде открывал такие уже. Идем дальше. Да и она открывала. Mm-hmm. Что ты забыл, чувак? Чё-то с тобой не то. Нам придется карабкаться наверх. Здоровье чуть-чуть прибавилось, я вижу. Да не чуть-чуть, в полтора раза, наверное. Мне нужна помощь. Ну, процентов на 30 точно прибавилось. Да, пойдем, помогу. А ну-ка. Опа. Ты мне только лесенку не зай, веревку спускал бы еще. Найди обходной путь. Да, замечательно. Встретимся там. Конечно. Сейчас обязательно найду. Так просто, найди обходной путь и все тут. Придется искать. Так, я уже вижу, где-то подсвечивается, вот тут вот. Далеко забралась-то, а? Так, ну шарики. Сначала в поисках шариков. Все сначала для шариков. Как выяснилось, прокачка здесь очень важна, прям помогает. Хотя, я думаю, можно и без прокачки попробовать пройти, но это, наверное, очень напряжно будет вообще. И это я на легком уровне сложности играю, а на среднем ты вообще запаришься. Она тяжелая-то что будет? Не, ну вот на эту стенку-то надо прыгнуть. Да не туда, вон там подсвечивается живот. Не хочет он туда прыгать вообще никак. Блин, да, человек как-то не явно приходится указывать. Да, конечно, ну а как без этого? О, что это было? Манки, ты жив? Ага. Да пока да, блин, но это будь не осторожно. Это не очень крепкий. Это ненадолго. Ладно. Так, что-то не вижу, куда прыгать-то вообще. Манки, сейчас мне иду. Мне это не нравится. Мне тоже. Нужно идти дальше. Отступать нельзя. Давай, подбрось меня. Давай. Мне самому тут еще пилить и пилить. Ты-то подбросил, я тебя подбросил, а самому-то как? Опять обходными путями. И все, вваливается тут неприятное дело, надо валить. Манки! Хватит орать! Нагнетают, это короче. Это не поможет, успокойся уже, ладно? Ладно, я просто испугалась.
Сам очкую. Так, подожди, не понял. Почему ты не хочешь? А, хочет. Ну, надо прям четко стрелку вбок, вверх там. Иначе не прыгнет. Да, джойстика не хватает на такие игрушки. Это, я это понимаю, но джойстику привычки нет. Джойстик, я говорю, у меня есть, но пользоваться им что-то вообще не хочется. Привычной клавиатуре все делать. Так, сюда что ли надо как-то? Обратно? Для чего мне эту платформу подсветили? Так, я понял. Нам сюда, а не туда. Камера вращается, ни хрена не видно, куда бежать. В этом-то и проблема. Иногда удивляюсь на ретро-игрушки, они на самом деле достойны внимания и поболее, чем современные некоторые, потому что в них есть хотя бы интересный сюжетик. Ну, как сюжетик? Путешествие, приключения. Не сказать, что это сюжетик. Опять какое-то привиделось чудо-юдо зачем-то. Так, а подожди, мы же отсюда пришли, мы вверх тут никак не пройдем, то надо, значит, дальше сюда, да? А куда дальше сюда? Никуда. Это тупиковая ветка-то. Зачем мне вообще вот эти вот открывать? О! Вот так! Вот так даже, да? В Караганде вообще мучаюсь тут, прыгаю. Лучше, подожди. Мы почти пришли. А, вот ты. Не справился. Это место разваливается на части. Вытаскивай меня. Давай. Ну-ка, полетела. Ехо прыгает. Кидает. А, помогать надо. Ой, напугало. Давай, пошли. Возьми меня на руки. А, все, понял. Понял. Как? Давай. А что, уже диадема на таком расстоянии начинает работать? Так, и на руки пошли. Давай. Все, понял. Да подожди, не очкуй только. Блин, камеру мне оставьте в покое, я ни хрена не ориентируюсь. Это было ужасно. Да, в принципе, очень весело, мне кажется, даже. Какой-то отчасти. Отчасти весело. От санчасти весело. Поэтому санитары уже скоро подойдут. Ну, надеюсь, что остальная часть моста прочнее. Так. И куда? А, нет, тебя надо отпустить. Ты мне помогать будешь, наверное, сейчас. Давай теперь своими ногами. Ага, все, вот оно началось. Полоса препятствий. Все возобновлено. И мы по этому сраному мосту. Слушайте, а почему в плавь нельзя было? Да кто его знает? Прыгать придется, наверное, вот так вот. Мне опять тебя перебрасывать придется. У нас компания. Сканирую. Давай. Сейчас опять расставляем тактические объекты, точнее. Умника. Появилась трещина. Если ты повредишь внутреннее ядро, то он самоуничтожится. Какими-то загадками говорит. Если ты, говорит, победишь внутреннее ядро. Внутреннее ядро мне может навалять. Что за чудо? Внутреннее ядро. Убеди внутреннее ядро, говорят мне. Ладно, сегодня, наверное, на сегодня хватит. Я немножко подустал, ребят. Давайте, до встречи, удачи, пока. Увидимся в следующей серии. Счастливо, подписывайтесь.